Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 29 апреля, среда, и у нас опять есть новые больные лица. И нарастающим итогом заразившихся коронавирусной инфекцией на сегодняшний день у нас 53 человека, плюс 9 человек за истекшие сутки. Это в основном распутывание цепочек тех очагов, которые у нас уже были выявлены в выходные дни, продолжали распутываться в понедельник и во вторник. Это в основном лица, которые были контактны в семейных очагах, были контактны по совместному пребыванию на работе, по служебным своим обязанностям, а также контакты по похоронам, проведенным поминкам. То есть любые контакты, которые есть на близком расстоянии, без средств индивидуальной защиты, сегодня показывают себя как очень опасные, как возможность заразиться, реально заразиться. Поэтому у нас число контактных уменьшилось за счет того, что они перешли в разряд больных, но, тем не менее, появились новые контактные лица, потому что, заболев, одни люди вдруг начинают говорить, что на самом деле у них еще были шире контакты. И чем больше распутываются эти клубочки, тем больше у нас понимания, что на самом деле люди гораздо шире и гораздо теснее общаются, чем то, как они докладывают своим руководителям, как они сообщают нам, как они говорят медикам. То есть помните об этом, ведь от того, что вы обманете нескольких окружающих, не изменится здоровье ваших близких людей. Здоровье ваших близких людей зависит от реального соблюдения вами мер профилактики. Итак, из новых 9 больных, это все взрослые лица, у нас только 2 новых заболевания. Это семейный очаг, муж и жена, работающие не вместе, в разных организациях, но тем не менее бывших не на изоляции, а продолжавших работать. Поэтому могли они заразиться, конечно, уже теперь понимая, что у нас больше 10 как минимум очагов в городе, понимая, что у нас много неблагоприятных территорий вокруг. Мы помним все об этом, поэтому понимаем, что будем распутывать и эти клубочки, будем смотреть и их контакты, в свою очередь, от кого заразились они и кому могли передать заболевание в свою очередь. Хочу сказать, что госпитализированных при этом у нас, наших саровчан, остается 11 человек. Там тоже происходит некое движение. Есть люди, у кого спадает тяжесть заболевания, уходят симптомы пневмонии. Они перестают выделять в окружающую среду вирусы и переходят таким образом, их выписывают, они переходят на домашнее долечивание, на так называемое амбулаторное, то есть лечение на дому. А есть лица, которые наоборот, находясь на лечении дома, тем не менее, по данным компьютерной томографии, начинают показывать первые признаки пневмонии. Для того, чтобы их активно лечить, их переводят в клиническую больницу. Поэтому это каждый день не одни и те же лица, но в общей численности их сегодня среди наших заболевших 11 человек госпитализированных в условиях стационара, остальные лечатся на дому, а из этих 11 10 со средней степенью тяжести. И один больной продолжает у нас лечение в условиях Нижнего Новгорода Приволжского окружного медицинского центра. При этом у нас в нашей больнице коек, конечно же, развернуто больше, и мы продолжаем помогать и лечению в Дивеевскому монастырю. У нас на наших койках лечится еще на сегодняшний день и 11 насельниц монастыря. У нас есть вопрос от жителей по поводу как раз лечения всех тех, кто заболел в Дивеевском монастыре. Каким образом? Неужели все теперь больные из монастыря приедут в нашу больницу и займут, ужас, все наши койки?
Ну, на самом деле все, конечно же, не так. Работают специалисты, которые, я уже вчера говорила об этом, разработали маршрутизацию. И есть понимание, каких больных куда, в каком количестве, на какие сроки переводить, почему и так далее. В этом нет ничего необычного. Единая схема действует. Вот на вчерашний день достаточно большое количество людей из монастыря болеющих уехали на лечение в больницу города Бора, которую предоставили любезно в помощь для лечения нашему Серафимо-Дивеевскому монастырю. Значит, работает в том числе и медицинский центр на территории самого монастыря, там продолжается лечение. 11 человек, вот я повторюсь, находятся сейчас у нас на лечении. Предоставляются сейчас, вчера решался вечером вопрос о предоставлении мест и в других клиниках Нижегородской области. Причем маршрутизация этих больных не... Выборка тех больных, кто поедет, куда лечиться, проходит по четким совершенно критериям. Разделены группы. Лица 65 по годам и старше – это одна категория больных, они требуют одних условий лечения. Те, кто моложе, но имеют серьезные сопутствующие заболевания, они требуют другого к себе отношения, другого лечения. Они поехали на лечение в другую больницу. Те, кто попроще и полегче, лечатся здесь, в условиях Сарова и Дивеева. Если будут тяжелые, значит, им будут предоставляться клиники в Нижнем Новгороде. И еще, вот я повторюсь, еще выбираются еще несколько клиник Нижегородской области. То есть, конечно, никто не бросит, никто такой очаг в Дивеево большого количества больных не оставит. И лечение будет проходить. Причем так же, как вот мы наблюдаем и у нас в городе, переводится из стационарного лечения на дом, да, или из одной клиники в другой, как у нас было вот с одним больным. То же самое будет и с этими больными. То есть идет нормальный процесс лечения, где медики по критериям определяют, кому, где, сколько, как и когда лечиться. На сегодняшний день эта ситуация большого волнения у нас не вызывает. Но большее волнение у нас вызывает тот круг лиц, которые могли заразиться на том этапе, пока мы не знали, что такое неблагополучие у нас есть в Дивееве. Поэтому вот эта работа развернута достаточно широко. Но я еще не сказала, сколько у нас контактных в городе на карантине находится. При том, что больных назвала, на карантине у нас на сегодняшнее утро оставалось 44 человека. Будем работать с ними дальше и смотреть, каким образом наблюдать их, также делать им лабораторный контроль. А вот вернемся к неблагополучным районам. Вот мы вчера отрабатывали в основном два района – Дивеевский и Ордатовский. Дивеевский, понятно почему, потому что в Дивеево сейчас работает большая комиссия, работает Роспотребнадзор, отрабатываются контакты, берутся закрыто Дивеевское ЦРБ для посещений, там берется лабораторный контроль. И работа будет достаточно широкая. Мы настаиваем на том, чтобы все-таки все те работники, которые продолжают у нас работу в городе, но при этом живут в Дивеево, чтобы вот этого движения ежедневно из Дивеева в город не продолжалось. Посмотрим, каким образом мы наладим эту работу. Либо эти люди пока переждут изоляцию и не будут приезжать, либо это будет вариант проживания здесь, пока в Сарове, пока они здесь работают, опять же, на этот карантинный период. Либо третий вариант, он касается в основном тех людей, кто может и имеет возможность работать в средствах индивидуальной защиты на достаточном расстоянии от людей с учетом работы. Может быть, их с учетом ежедневного осмотра мы разрешим таким образом провозить и работать. Эта работа сейчас делается. Но это Дивеево. С Дивеево все проще и понятнее. Теперь я вернусь к Ордатовскому району. В Ордатовском районе он нас волнует в первую очередь потому, что работники, приезжавшие в Дивеевский монастырь, в большей своей части представляют собой жителей Ордатовского района. Поэтому мы вчера очень тесно контактировали с администрацией Ордатовского района, пытались понять, кто эти люди, из каких сел, каким образом они на каких автобусах приезжали в монастырь. И поняли для себя, что сейчас на время
вот этого 14-дневного инкубационного периода, когда может проявиться заболевание, что мы ограничим сейчас на эти 14 дней въезд в город по служебным пропускам, ну, равно как и по постоянным, лицам, которые проживают постоянно в этих селах Ордатовского района, а работают на тех или иных предприятиях города. Вот такую работу мы провели. Конечно, это неприятно для всех, в первую очередь для жителей самих, которые могут лишиться на это время нормальной своей жизнедеятельности и рабочей деятельности. Это неприятно и для организации, для работодателей, которые на это время лишаются энного количества работников. Но это необходимо для того, чтобы нам не иметь новых очагов, и для того, чтобы им тоже повнимательнее последить за своим здоровьем и не распространять, в том числе и среди своих близких людей, заболевание, которое может появиться. Вот могу только один пример привести, который вот уже налицо, и он понятен станет для общего понимания. У нас в цепочке уже наших больных вчера была обнаружена больная из одного из сел, не буду называть, как раз Ордатовского района. Мы ее по линии Роспотребнадзора в Ордатовский район передали. Она будет лечиться, проходить лечение, проходить лабораторное обследование на дому. В нашу статистику, вот в эти 53 человека, она не вошла, но выявлена она нами. Ну, а дальше опять идет цепочка, и опять идет понимание, как распространяется и как может распространяться это заболевание. Ведь, будучи уже больной, она приезжала на работу, и если на работе средства индивидуальной защиты все одевали, то по пути на работу многие этого не делают. И они с района приезжали на одном автобусе. Таким образом, вчера нами было выведено на карантин еще 21 человек, только потому, что они вот каждый день вместе все ездили на автобусе и теоретически могли заразиться. Поэтому 21 человек еще плюс ко всему высажен на карантин. Они тоже не вошли в нашу статистику. Это я пока просто рассказываю один из примеров Ордатовского района. Поэтому у нас, конечно, вот мы, понимая, что вокруг такое неблагополучие, и что у нас фактически реально на карантине только село Дивеево, а на самом деле вокруг еще огромная территория, пока не обследованная, с невыявленной заболеваемостью, но с реально там существующей, мы понимаем с вами, опять вспоминаем про наши меры профилактики, опять вспоминаем про наши поездки к нашим родственникам по ближайшей округе и опять понимаем о тех работах, которые проводят люди, приезжая к нам, собираясь все вместе в местах общественного транспорта, на планерках на работе, просто в магазинах и так далее. Теперь я хочу сказать, что помимо вопросов о том, как и где лечатся монахини, многие беспокоятся, а каким образом медики, которые оказывают помощь как раз вот в том числе и в Дивеевском монастыре, каким образом они защищены? Могут ли они заболеть сами и могут ли они перенести заболевание следующим пациентам, с которыми они общаются? У нас есть четкое понимание, во-первых, что все медицинские работники должны работать в средствах индивидуальной защиты. На сегодняшний день мы пока таких нарушений не выявляли и не замечали. У нас на самом деле и на дом к пациентам, и в прием сейчас в лечебно-профилактических учреждениях, особенно сейчас, когда вот настал новый этап неблагополучия, когда мы вышли уже на большое количество очагов в городе, оказывается помощь медиками в средствах индивидуальной защиты. Но как минимум это халат, шапочка, маска, перчатки, и как максимум, когда речь идет о работе непосредственно с больным, выделяющим особенно с большой вирусной нагрузкой, которая выделяет уже большое количество вируса в окружающую среду, то это еще и так называемые защитные костюмы, по-разному их называют, но назовем их для простоты тем названием, которое ходит в народе, противочумные костюмы, хотя у них есть свое специальное название, но не будем углубляться. Значит, средства индивидуальной защиты. Эти средства у наших медиков есть. Но
поскольку они на передовой, поскольку у них есть тесный контакт, поскольку они тоже наши граждане и тоже ходят потом домой, чтобы не было этого понимания, что вдруг они кого-то заразят, вдруг они сами заразятся, то в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами Минздрава России сейчас проводится им обследование один раз в 7 дней. То есть раз в неделю медики, ну это очень большая когорта людей, это работники больниц, поликлиник там, где они ведут контакт, скорой помощи, машин, которые перевозят этих больных там, где есть кабины открытые, это наши сотрудники межрегионального управления, которые развозят постановления. Это работники, которые в обоих лабораториях выполняют контроль лабораторный. Это различные сотрудники, работающие с документацией медицинской, с картами в регистратурах. То есть у нас большой круг лиц, периодически он обновляется, делается лабораторный контроль. Пока вот на сегодняшний день у нас нет ни одного заражения по месту работы у медицинского работника. У нас были заражения медиков при непосредственном контакте, при работе в быту и на работе у троих, три у нас сотрудника заразились на месте работы друг от друга, когда они не знали, что больны. Но это другая история. А вот от больных, так чтобы, вот как нас спрашивают, они же на передовой, они вот берут анализы, а потом к нам ездят. Вот таких у нас передач на сегодняшний, во всяком случае, день ни одного в городе нет. В этом плане я хочу сказать, что и медики соблюдают все меры профилактики, и в том числе и не допускают заражения тех пациентов, с которыми они продолжают общаться, оказывая им медицинскую помощь. Теперь я хотела бы вернуться к вчерашнему разговору о том, что мы собираем сведения о лицах, которые ездили в село Дивеево, ездили, может быть, с какими-то другими паломническими поездками для того, чтобы записать этих людей на тестирование. Вчера я подробно об этом рассказывала и хочу вам доложить, что у нас за истекшие сутки таких поступило несколько всего заявок. Во-первых, к нам обратился оздоровительный центр «Березка», который расположен у нас в Дивеевском районе. Вы знаете, что у них частично сотрудники набраны из жителей села Дивеево, а частично из жителей города Сарова. С ними мы отдельно проработаем. Это отдельная песня. Значит, второе, это к нам обратились еще одна организация и отдельно лица, работающие в наших городских организациях, не буду называть, там прямо вот буквально единицы, еще 5 человек в общей сложности. 5 человек. И на горячую линию поступило 13 звонков, то есть заполнено 13 опросных листов. Это, конечно, много меньше, чем я думала. Мне пока не очень понятно, действительно ли это реальная цифра лиц, выезжавших в Дивеево. Может быть, люди пока опасаются, не звонят. Может быть, еще не все услышали и знают. А может быть, думают, что пронесет, посмотрим сами, как дело пойдет. Я хочу ко всем обратиться и сказать, что мы пока еще продолжаем все эти записи. Будьте добры, звоните все, кто был в Дивеево с 12-го по, ну, можно сказать, даже по сегодняшний день в Дивеево. Мы будем с вами разговаривать сегодня. У нас начались обзвоны. Вот эти 13 первых людей, которые позвонили. На самом деле это не 13 людей, это 13 звонков. Например, звонит один человек и говорит, что мы всей семьей, включая детей, там, бабушек, дедушек, например, ездили тогда-то, туда-то. То есть 13 опросных листов – это на самом деле людей побольше. То есть мы их сегодня всех обзвоним, и с ними уже завтра, я думаю, мы начнем проводить тестирование, и таким образом обезопасим их, себя и всех вокруг, продолжив вот эту работу. Я еще раз предлагаю всем подумать внимательно,
И если все-таки вы в Дивеево, я предлагаю, может быть, немножко географию расширить и не само Дивеево, а любые посещения у нас и паломнические поездки, включая все, потому что мы понимаем, еще раз повторюсь, что на сегодняшний день у нас просто не обследованы люди наши, болеющие острыми респираторными вирусными инфекциями в округе. Как только их начали обследовать, так сразу начали выявляться больные. То есть на самом деле ситуация вокруг хуже, чем в Сарове, а не лучше. У нас такое количество выявленных 53 человека только потому, что мы обследуем не только выявленного больного, а всех вокруг контактных. То есть у нас на сегодняшний день картина больше именно из-за того, что мы делаем более широкий лабораторный контроль. У меня на сегодня все. Большое вам спасибо. Будьте здоровы. Продолжайте оставаться на самоизоляции. До свидания.